Взял. На самом деле, грудак-то надо. Так, ну пока Дискорд заходит, там минутку, может, каски добавлю. Кулаки там добавить, и что там хант новый? Каску я ему вроде дал. Так, еще раз, значит, хэпал, короче, который этот хилишь ДК в квадрат, который короля держит, но я думаю, он не сдохнет. А Эршам, который это самое третий хил, Харона подхиливает так, ну и цепухи там через нас пускай. А мы две частицы на этом, на Ферите держим, он, думаю, не сдохнет. Незыбку там тоже под конец, когда будет уже... А кого, кстати, первым бьем, я забыл? Олма или Кроша, нахуй? Олма, да? Крестик первым сливаем. Вот как уже мало хп у крестика будет, там еще дота его будет по тебе бить. Тогда уже под конец низыбку дашь. У тебя же 4-4 по-любому. Где ты там? Смотреть. Да, ну вот. И все, и там и по рейду заебись будет. И массакрую, еще там дадим чернопул. Че там ро... розовую в натуре каску не дают. Я дал каску, нахуй. Ты чё, блядь? Нихуя нету каски. А, это я, ну бац, сейчас, секунду. Я хантов просто убрал, отключил, нахуй. Сейчас, блядь. Там у чуваки пишут, кулака нету. Ну вот. это уже другие палы. Так, и рога на тебе каску. Все, теперь на всех должно быть. Так, давайте еще раз проверку тогда. Любые палы там дайте кулак по хантам. Есть кулак. О, дали, да? Все. Так, спортсмен, ты тут? Рога. Все готовы. Давай, на счет 3 танки начинаем. Раз, два, три. Поехали. Давайте Геру. Заберись ли по глазу, кто там? Блять, съебался, где он, не вижу. Вот. Где? Убежал сюда. Все, забрал. Дал массакру. Надеюсь, не сдохнете. Забери Кроша, любой из танков, который короля держит или который этого держит. И Котя Ратут, дай БР по кружку. Котяра тут. Забрать? Да, конечно, забрать. Пускай в тебя кастует. Все. Кружок сейчас тебя подхилим. Забирай кружок обратно, Кроша. Пожадничал с рыбой, вот уронили. Че пожадничал? Рыбу. А, да блять, нету рыбы нах. Ну как-то была это... Обычная, нахуй, бичевская, сука, целый год лежит в гельбанке, нахуй. Я ее что-то закинул как-то туда, нахуй. Ну, дохуя шмоток в этом, в рюкзаке, блядь, я что-то и забыл, блядь. А я редко вожу. Поэтому думаю, нахуй она мне лежит, блядь. Ну и все, этого кеглю бьем, сейчас на него метку ебану. Вот этот черепок бьем.
А, хотя похуй. И, идите это... все этот черепок бить. Все идите вон на черепок. И подведи слепоглаза туда. Да РТД пусть бьют Киклера. Ну, Литар. давай так, похуй. Я обычно его убивать люблю вперед, потому что он вот эту, видишь, откидывалку ебаную делает. На макс ренже не откидывает. А мелики могут спокойно стоять и наливать. А сколько ренжа этой хуйни? 30? 25 метров. 25. Обычно кажется, что больше, как будто 50. Вроде далеко стоишь. Ну, маг будет летать и что. Так, ну этот самый, и ГКЛ, ебани гимн на ману. И друиды, короче. Давай, лечи меня по войду, Иннер. Котяра по другому палу, ну и хулиган тоже по войду, давай. Чё-то, блядь, стоим, чилим, нахуй. Немножко сейвов не хватило. Ебать тебе там король по пол ебала отрывает, ДКшник. Какая спун будет отрывать, ебать? Я как-то, блядь, помню в этом, когда сервер открыли, только Накс квест был делать это, убейте там, блядь, как он называется этого. Ну, босс толстый такой, сука, как же его называют, блядь? Распутик, нахуй. Да-да-да. И вот на него квест вот этот еженедельный, блядь. Ну, я думаю, хули, ОД надо подзаработать. Создал ДК танка, блядь. Пошел, блядь. И что-то шмот 200-й вот этот с быстрого старта. И, короче, самый, блядь, ну, обоссанный шмот. И что-то ХП у меня сколько было? 18 тысяч, нахуй. Ну, 20 тысяч где-то я набрал. ХП с бафами. Собрал пачку 10 челиков. Пошел танчить, блядь. Так он мне, ебать, отрывал, нахуй. Я там, короче, и бой долгий, и ДДшники такие, ну, все 200-е и чё. И бой долгий, короче, и два хила взял, и еще потом они высохли по мане, и подхиливал то ли шаман, то ли шипэмина, блядь. И, короче, блядь, я за бой три раза незыбку прожал, блядь. Милики, отойдите, кто сдохнет. Видите, уже сдохли. И, короче, три раза незыбку, нахуй. Там чё только не прожимал, нахуй. Хилился, блядь, и, ну, затанчил, блядь. 10 минут чем-то били, блядь. Почти под берсу его ебанули. Как хорош чем у него, блядь. Выживаемость заебать. Ну да. Там и гулю сожрать можно, и метка кровавая, и кровь вампира, блядь, и все, что хочешь, что это. Да, уникальный в плане того, что подхилить себя может. Если вот это все вовремя делать, помощь хилам хорошая. А я так как еще и Дриней, у меня и частица хилит, и, блядь, дар на ару хилит. Сейчас добьем босса, сначала лестницы челиков, немножко отопьем ману. Маги, потом столик ебанете, а то что-то, блядь, маны нет нихуя. Возьмем, пожрем ваших штруделей. А ты мне брать не хотел. И дал я тебе какой полезный мах оказался. А чё ты? Чё полезный? Столик уже поставлю. А, блядь. Столик хорош, блядь. Только за это тебя взял. Слышишь, там есть мах еще один, так. Нет его. Полезность равна нулю. Нихуя он меня поднял, подкинул. Блядь, маны нету. Это хуйня, он бывает туда на эти закидывает, запинывает. Так он меня и закинул сейчас на стену. Отходите, милики, вихрь 5 секунд. А то еще труп прибавится сейчас. Блять, у льду надо ходить, нахуй. Волонир доделать. Все, ленюсь, нахуй. 230-ми, конечно, это хуёво там будет. 250 надо брать. Пугов, если. Стой, да разве у Эльдуара же там, по-моему, это попроще, нет? Ну, или ты про да. Гер? Попроще, ну не про Гер, про обычку. Он дресс эти людей. Что упало? О, пояс упал, нормально. Остаешься в танке или нет, Ферита? Ферита? Давай, да, в танке, потому что этот хуй еще затанчит ДКшник. Который газель, давай там в ДД какого-то прыгай. Он хоть что затанчит, блядь.
Так, столик ебанули? Чуть не вижу маги. На, вот тут. Сейчас одного челика нарезу. А, блядь. Вот и печеньки. Ага. Так. О, Ферита, ёжики, блядь. Я думал, ёжики уже распались. Так, газель с тебя метки убрал. Давно распались уже. Сейчас чутка отопью маны, блядь. Все, это самое. Идите, танки. Под морды там особо не стойте, а то хуёво будет. Слышишь, а чё тут как в Хэйме не делают? До сих пор не могу понять. То, ты смотри, у бобов-то 2 ляма всего, блядь. То ли там 10, там. Всё равно быстрее. Не. Блять, почему-то эти мобы по агро вообще срываются постоянно. Они делают рывок случайного игрока, и когда они этот рывок делают, они обнуляют агро. Они не срываются, они просто его обнуляют, список свой, агро. И нужно заново набирать его. А при том, что доты уже висят от рейда, то есть нужно перебить эти доты и набрать заново агро. Такая вот история. Тут просто таунты нужны именно в то время, когда он сорвался с тебя, и сразу ЛПшки. Вот 3 грабила, это хуёво, конечно. Спортсмен, там не стой перед ебалом. Старайся сзади. Да, газель, бьём. А ты где? А, ну сейчас добьем уже, блядь. Ты типа спекался или что? А. Ну сейчас добьем и суманем уже к боссу. Это. Вопрос на засыпку. Друиды или присты? Есть у кого-то спек? Я думаю, ходки помочь на груле, чисто на груля, потому что мы с шаманы палы, блять, такой таргетный хил. Может, это друг у кого-то есть? Посмотрите. Есть личи меня спехнешься на одного босса. А то тут когда тут видишь ДПС не так много, до стаки будет уже будет, чтоб ходки висели хотя бы на танках. Т4 будет, массейв будет. Главное его вовремя дать. Сейчас бой закончится, я тебе перекину в пати хилов. Так, лечи меня. Сразу скажу, у меня ДД спека нету. Есть ДД только ПВП спек. У кого? Корон. Ну ничего страшного, ты с кружком потанчишь. Кружок будет на боссе. Это рыбу поставил. Вон рыбу поставил, это спасибо. Кто поставил? Ферит. Ферита. На тебе голды тогда. Да забей. А, ладно тогда. Так. ДКшника суманули, да? Значит, пристабав дайте. Давайте, пристабав. На это. Ничего сложного на боссе нет. Самое главное, разбегайтесь от этого обвала штукатурки сверху. Так. ДКшник, кружок будет на боссе главный танк. Офф-танк, второй по агро, старайся быть ромбик. Вот, ну там медики, смотрите за агро. РДДшники тоже выбегайте из штукатурки. Будешь незыбку давать, в принципе, я буду давать массейв. Они, наверное, плюсуются. Проверка на пул. И готовимся. Блять. Спортсмен, ты тут? Давай на счет 3. Кружок начинай. 1, 2, 3. Так, ну тут после удара уже дадим геру. Скоро вроде удар будет. Yeah.
фласку выпить, что ли, а мне саппорт. 10 секунд удар. Илики, смотрите, вот если один удар получили, то уже на свой хп смотрите. Сейчас я тоже массакру дам. Здесь подействует. Секунду осталось, успел. Ну, Геру бы. Давайте Геру. Ну там стаков, не знаю, 7-8 там будет, начнешь эрдрушник кидать на танков жизни цветы. Ну, в приоритете на кружок. Ромбик вряд ли сдохнет. Чтобы во время сала, когда мы не кастуем, чтобы у него какой-то подъем по хп был. Это как-то на удивление спокойно с пугами идти. А что, должно быть неспокойно? Ну я в прошлый раз ходил, как бы обычно с гильдой старался бегать. А тут это... Получается, что-то пошел, короче, с пугами. Блять, там пиздец, такие типы ЧСВшные. Ну так они, люди же разные бывают. Не, я согласен с тобой, просто сейчас аж прям это, по кайфу. Ну ты видишь, еще зависит от того, кто в рейд пошел. Люди зашли тоже, никто не флудит, никто хуйню не делает. Танки, хилы справляются пока что. Сейчас еще на кубах все кубы нажмут и вообще сказка. Тролли спят. Это точно, кстати. Ну у меня сибирское время, так что... А ты откуда? С Новосибирска. О, так я вообще рядышком от тебя, я с Кемерово. О, привет. Ой, блядь, не успел закрудать, ну хоть не зыбка висит. Такой момент перед заморозкой. Вроде у меня был вкачанный талант. Да, на снижение сала. Вроде третье у меня висит, так что сало должно поменьше быть. Так, 6 стаков и пол хп, это значит, это на 12 убьем. Быстрее убьем, сейчас локи разгонится на лохе. Угу. Там, короче, ферита, как отдашь незыбкую и кровь в КД, когда все это будет, скажешь, я тебе, короче, дам каплю по себе бабу. Да я не умру, тут не переживу. Ну да, я тоже помню, открыли только груз магик обычных. Мирики, смотрите, вы там в этой в говне стоите. Перебегите куда-то, хоть подъебало похуй, главное не сдохнуть. Да на другую ногу и все. Да, там две ноги у босса. Можете у одной ноги стоять, у какой-то. Харун, отойди, назову. Короче, выпустили. Вот Милики опять перебегаете. Смотрите, там сам. Там же ферита водится. Чтобы ребята не слакали. А я никогда это не назначал вот эту хуйню, там, чтобы кто-то водил. Ну в РСке, вот, допустим, где во тьме там водить, чтобы люди в лезвие не сдохли. Там я да, еще согласен, можно поставить метку. А здесь. Ну, от ноги до ноги перебежал, да и все. Видишь, дамаг по тебе убежал. А нет. Удар 5 секунд приготовил. Мы если танк заебись, лезвие в одном и том же месте будет появляться. Ну да, оно и должно. Сейчас готовьте, свои прожимочки отдавайте. Так, еще массакру нажал. Блять. Надеюсь, сработает. Как раз на последние доли секунды сработал. Котика погладил, хорошо. Это, а что, он ДПС дает, да, нормально там. Завал.
Сколько у него там ДПС, что-то у меня другое включено. Или этот. Котяра тут, давай, ресни его, этого. А нет, лечи меня, ресай, котяра тут. Котяра тут, ресай, лечи меня. А лечи меня, уже того челика реснишь. Опа, сдох, в завал реснулся неудачно. Тогда хулиган, ресай, лечи меня. От завалов сейчас получше отбегайте, у босса чем больше стаков, тем больше завал его дамажит. А лечи меня все-таки в этой постоянной штукатурке встает. Милики, хоть подъебало, убегайте, просто не стойте в штукатурке, она будет убивать вас. Там дамаг большой. Четыре ляма. Доиграете, думаю. Все-таки до 12. Хэпал, который второй там частицу обнови, там 3 секунды, 2 секунды осталось, все. Сейчас ходок друида уже нету. С ДК на честном слове будет жить. Короче. Даю каплю, даю бабл. А, бабл КД нахуй, себя хилю тогда. Я сейчас сдохну, наверное. Лол. Массакра КД. Так, вроде закончилась капля. Добили. Челиков лес, эти маги порт шадрат. Блять, всякая хуйня падает. Угу. Че, портал-то будет, нет? Товарищи маги. Маги, полезный маг, твой выход, слышишь? Полезный маг, нахуй. 210-й, сука, да. Что за хуйня, нахуй? Порталы изучил, чтоб следующий борт, блядь. Вот, челик ставит, видишь, учись, блядь. Портал. О, да ладно, я мог поставить. Сука, а у меня... Надо ебало менять, надо маску одевать, нахуй, сука. Портануло с Долорана в самый низ, нахуй. Поставь ренегат. Да. Пойду обучусь ебать. Такая стая перебегает через пол Долорана. Так, ну... Этот самый... Кто с вас на боссе будет? Кому охота босса, кому куб? Харон и Ферита? Кто что будет? Пофиг. Мне без разницы, я могу и куб. То же самое. Давай тогда Ферита босса, ты пожирнее, не сдохнешь стопудово. А этот Харон кубик нажмешь. И сейчас... Да, без базара. 4 тела на кубик. Скиллованные маги там. Может я подамажу, а ты поставишь пятого карту. Это кто, Харон? Ферит. А, Ферит. Я ж в ДД шел, по идее. А, ну да, давай ты в ДД. Харон на боссе. Еще посмотрим, кто там самые такие кубы. Так, Хелиона. Блин, где этот полетчик, сука? Вот он. Все равно летит. Так, значит, Харон на бой. Слушай, а вот ренегатом, будучи, там можно в рейды ходить и с Ордой, и с Альянсом. Да. Да. Ну там фишка в том, что если ты, допустим, вот я собирал бы, если рейд Альянса бы взял в рейд, то Орду бы я бы уже не мог брать в рейд. А, вот как, да? Да, вот а это тебе по ренегату-то похуй. Не, ренегату берешь. Похуй. Вот ренегатов я могу взять в рейд 20 штук, нахуй. Но если я одного Альянса возьму, то я уже Орду не могу взять. Ну это да. Понятно. А вот в этом... Смысл брать с Альянса, у них онлайн меньше, нахуй не нужно. Да. Это точно. Тут, короче, смотрите, ну пару слов сейчас про магика. Там все легко на кубах. Кубы будем прохиливать, что посмотрим, кто встанет. То хиленький поближе, я буду частицу вещь там захиливать. И это самое основное. Вот мы когда до куба будем чистить трэш, чистим по 3 моба, чтобы лишних мобов не агрить. И из огня, который сверху огненный дождь такой летит, как у локов, из надо быстро выходить. У нас 3 хила, мы вас можем поронять быстро, если вы будете стоять и бланить в этом дожде, блядь. Если вы сдохли, сразу это заходите, вы сбежите, блядь. То есть смотрите, старайтесь не сдохнуть. Скачу на минутку. Ага. А так все заебись будет. Сейчас у меня что там? Уже по вон ста долетело. Ставь меня на куб.
Сейчас уже дойдем, тогда уже, блядь, распределим. Ну ты, Ферита, тут еще? Да. Побудь еще тогда в этом, на трэше в танке, чисто там потаунти, что-то там такое, незыбку отдать. Окей, я после трэша спикнусь. Угу. Ну, на боссе, который имею. Угу, угу. Так, что там, лок есть? Сейчас всех посумоним сюда и начнем бить. Этот, лечи меня, я вот не знаю, блядь, побыть тебе в дереве или в ДТ, блядь. Побудешь в хиле, побегаешь вот у входа, которые к боссу будут, челики, на них покидаешь омоложение. Не против? Ага, хорошо. Так, ну если ЦЛК десятку сегодня сводить, ДРТ, что еще? Завтра или в субботу-воскресенье, думаю, Зуламан можно также где-то часов с 10 по серверу сводить. Вот. Но на Зуламан надо 255 плюс хороший. Десятку ЦЛК когда собираете? Десятку ЦЛК? Ну вот думаю, вот сейчас, вот после Грулмагика, если, конечно, настроение. Ну, маг какой нужен будет? Ой, маг, Аркан. 246. ДК танк? Не-не-не, Аркан маг. Я здесь. Ну посмотрим, там гильдия дальневосточная, она, ну, в приоритете пацанов оттуда взять, ну а так я не знаю. Что тут ДВшна гильдия? Грин Хилл. Нормально, то я сам с Сахалина, блин, порой найти статик тяжело. Ну нормальная гильдия давно тут. Так, друид что ли релогается? Так, немножко каски обновлю сейчас. Ну давайте пока что вот этих троих мобов бьем. И очень-очень осторожно. Сейчас смотрите, сразу дождь пойдет. И сразу пол хп будет отрать. Вот видите? Блядь, меня уже кто-то дамажит. Проклятие. Ой, я сдох нахуй. Ну вот, блядь, это проклятие ебаное нахуй. Или что там, магия какая-то. Не диспелю и не будешь умирать. Не, я не диспелил. Смотрите, прям бегайте из этого огня, потому что в огне будете подыхать пиздец за милую душу. Нужно хилить прям жестко. А в Грулмаге Гер идешь, когда там вообще пиздец, блядь. Эти мобы бьют по 1000, блядь. Ну вот это весь огонь и вся эта хуйня. Хотя хп у них побольше. Да заебали терять уже. А, да, блядь. Ебаные мобы. Самая неприятная часть в Warcraft это трэш, блядь. Вот тоже на мне эта хуйня висит, надо себя оверхилить. Пизду. Вздыхайте все, блядь. Тут все похилю, блядь. Сука, смотри, пол хп просто отрывает, ну. Я хуею. Сейчас этого моба добьете, дайте ману резнуть, то вздыхали. Немножко еще каски ебанем. Так, сейчас чутка отопью прям. Ну кто порезался, идите туда-то. Огонь выходить. Прям по пол хп скажу. Да, блять. Одним персом, конечно, скучно играть. Поэтому приходится создавать второго, третьего. Да, блять. Это пиздец, блядь. Ну это понимаю, челики только с циркуля, наверное.
Я помню, на X2 пришел играть, и говорят, тут Сирус, тут, блядь, везде, категории всякие, блядь. Тут все только одни персоны, говорят, ага, блядь, конечно, надо за скуки умереть можно, блядь. Да, да, ну, блядь, особенно сейчас контента, блядь, на сколько, на 2 дня? Да. Да и спеки тоже. Ну, у нас тоже обычки, хэмки закрыть, а потом что делать? Да надо развиваться, понимаешь, ну... Нельзя же всю жизнь быть сапожником. Хотя, если ты сапожник, то будь охуенным сапожником, блядь. Вот, видишь, 6 миликов, нахуй, постояли в огне, нахуй, 2 секунды и сдохли. Вот, охуенно, видишь? В смысле, тебе хуй делать, ходи в БГ, арены. Ага, нихуя. Так, а если всё, ты... так понимаешь, всё, ПВП не любишь, да, арена и БГ, блядь. Сука, огонь. БГ там уже всё, я не хочу, пойди, класс. Ну, арена-то куда, блядь? Ебала там, нахуй, блядь. Создавать новых чаров, ты прикинь, за 4 профы качать. Да, быстрый на старт, нахуй. На маги 2 есть уже. Быстрый старт там же бесплатно дается профа, блядь. Плюс кулинарка, плюс бинты, плюс, как она называется, нахуй. Рыбалка, нахуй. Просто хорош, что 450. Резаем челиков. Так, сейчас эта параша пройдет. Не агрите уже, самое, там уже все мобы пришли. Так, сейчас челика подхилим. На кубы, короче. 4 плюса. Так, Хелиона. А, это вы пока плюсуете, я пойду поставлю метки. Так. Здесь. Да, где-нибудь далеко постою. Далеко, поближе к боссу будете сюда стоять, чтобы я вас частицы. Конечно, чтобы дамажить еще, блядь. Ну да, я, блядь, за груля, блядь, за королей и груля саму, блядь, лям где-то нанес урона. Так, вот сейчас на челиков метку поставлю. Значит. Так, ты на маги будешь куб нажимать, да? Ну давай, этот самый, кто он там, какой-то, ну, ромбик будешь. Ты будешь ромбик. Хелиона, ты будешь... Где ты, блядь? А, вот он. Ты будешь треугольник, вы будете рядом, я буду... Этот самый, холипал, бабль-мейкер, частицу на Хелиону ебанешь и хилишь танка, а я частицу на этого... На ромбик ебану. Буду хилить танка. Вот. Кубы у нас не сдохнут. А кубы, короче... Так, кто там еще? Блять. Короче, вот эти 3 куба надо, чтобы это... Кто-то еще подхилил. Эршам, короче, будешь за луной смотреть. А Эрдру лечи меня за звездочкой и кружком. Прям тут и стой, вот здесь вот. Между звездочкой и кружком. Вот. Так, и кто там еще плюсы на кубы, кроме Хелионы и мага? Еще это, 3 плюса надо. Каскобное видео заканчивается уже. Так это, босса кто танчит? Босса Харон, черепок на него поставил. Ферита там в ДД спекнется. 3 плюса на кубы еще надо. Есть желающие? Прием. Ладно, может, здесь и не слышно. 3 плюса на кубы. Ладно, кто не пидор, давайте плюсуем на кубы. Может, так сработает. Ну давай я встану на один, похоже. Так, ты тогда вставай на луну, враска. Шаман, подхиливай враску. Вот на тело луну поставил. Еще 2 плюса на куб осталось. Звездочка и кружок. Самые козырные. Какие-то там есть, кто мало дамажит. Паладины, ДК там, блядь. Этот. Я тебе ромбик дал. Этот. Кто он? А, треугольник. Так, газель. Давай ты будешь кружок нажимать, газель. Кружок на тебя переставлю. И еще одно тело на куб, на звездочку, на козырный самый. Бля, давай я на звездочку сам, на ромку кого-то другого поставь. Блять, не, там тебя надо, чтобы хэпал частицы хилил. Надо пожирнее сюда другое тело какое-нибудь. Одно тело на куб, на звездочку. Прием, может быть, начнем уже. Все так долго. Ладно, вообще, давай я потыкаю. Кто? Смотри, самый... Ферита, да? Да. Раз никто не хочет. Все, на Фериту поставил, он почилит. Не дали подамажить сегодня вообще.
Да. Они сейчас полгода бить будут, босс, получается. Да похую. Главное, чтобы кубы нажались. Так, третья аура. Все готовы? На счет три пуляем. Раз, два, три. Пуляем. Там сбивайте каст. Сейчас, короче, дам, вот массакру дал. И как настакаешь 5 стаков, дай там незыбку сразу. Ну я уесть изо всех сил прям. Всю эту хуйню. Ой, блядь. Вернули. Чаротворцев самое главное убивайте быстрее, иначе мобы бесконечные будут. Кресты, этот эссенс дай масфир. Пару големов, чтобы убрать. Прям моб не поверил, что я умер. Не поверил? Хорош. И этот быстрый тапок дай тоже масфир. Они сильно не били, больно. Вон чаротворцы там остались, добивайте и мобов потихоньку. О, разымали пацана. Больше не наберет, получается. Че не наберет? Так, сейчас челика резнем. Так, я забыл, я частицу на треугольник ебашу. Чайник ореснем и бафнем. Можно пока пожрать, попить, тащить. Обмазаться какой-нибудь хуйней. До активации, что там? А, 10 секунд до активации, не кривись. Уже скоро. Дал каску. О, блядь, согрелся, стой! Согрелся, да. Далековато, ну, далековато ты от него был, что-то не успел среагировать. Да в меня просто напулили, скорее всего. Иди, Харун, вставай. Блядь, дайте звездочку. Я агр набью, а, ребят. Харун, на звездочку иди вставай, будешь ты как тут. Харун? А, да, Харун, иди, я на тебя сейчас переставлю. Он босса пошел, значит. У нас везде никого нет, типа. Сейчас туда Харон прибежит. А там еще он Эрдру стоит, постраховывает. В смысле, что, я на куб или что? Да, ты на куб. Да, иди на куб, видишь, он босса держит. Босс не таунтится вроде, если не ошибаюсь. Иди на куб. Не понимаю, что меня на поле просто. Это... По-моему, тут... Это, у меня таймера нет. У кого таймер? Сколько там до этой хуйни? 10 секунд. Ага, на кубы вставайте. Готовьтесь. После кубов... Котяра тут, реснешь этот самый хулигана, реснешь. Нажимаем кубы. Так, держим, потому что мы вас прохиливаем. Все, хулиган, вставай. Так, сейчас по тебе каску дал. И бафы там обновите на котяру. Чё, почему он не таунтится? Ну, есть такая механика, называется невосприимчивость к таунту, как эффектом это таунт. Например, на Гурле, которого мы убили, на нем такая же хуйня. На Леди в 25 Гц ЛК такая же хуйня. Всё, последующие кубы будешь Геру давать? Да, в принципе, может. Сейчас будет вот откидывалка, если я не ошибаюсь, по таймеру мне сейчас нет. Она была. После второй откидывалки будет, сейчас вот вторая будет, и после нее сразу будет это, вспышка кастовать босс. Что готовим? 15 секунд кубы. Сейчас вот на 10 секундах будет откидывалка. И откидывалка заканчивается, сразу можете Геру давать. Угу. Все, кубы прожимаем и держим. Ну, захиливаем. Для меня можно не хил. Блять, а как я высох вообще? Я хуею. Этот самый. Давай, котяра тут по войду и хулиган по войду, Иннер.
Пора холи паладина менять. Слышишь, там хвост мешает кубу, говорят. Уже повернул. Опасная хуйня. Так, побить босса, что ли? Чтоб мана порегенился. Что там до куба? 15 секунд, 13. 12. Готовимся. Там то ли на второй секунде, то ли на какой будет. Так, лечи меня, тебя что-то дамажит. Лужу или что, себя захотай? Себя захотай прям. И уронись. Прожали. Нажимаем, кто там не нажал? Блять, прям на... Кто это сделал? По-моему, кружок не нажал. Побежали. Кружок не нажал? Газель, ты тут? Да. Газель. Ты чё не нажал? Чё у тебя случилось? Да, сейчас кто-то поставит, если у кого-то есть, конечно. Нажимал и отпустил, да? Блять, я ебу нахуй. Значит, кого-то не может быть, если был луч, блять, он бы не ебанул бы тогда костом. Вы стоите на кубах. Вот запоминайте, блять, вы стоите на кубах. Надо нажать и нихуя не делать. Не отпускать, не двигаться, не бегать, нихуя не делать, не нажимать нихуя. Луч был. Ну так ты, может, нажал и отпустил, нахуй. А 5 лучей, нужно, чтобы 5 лучей были. 5 лучей появляются, они сбивают каст боссу. Если их поддерживать 5 лучей, то по боссу увеличили урон, блядь. Газель, ты это, забагался или другой кто-то не прожал, блядь? У меня обзора там нету возле босса, нахуй. Я не видел, кто не нажал. Дживса поставьте, если у кого-то есть, или хламоботы, инженеры. Починиться людям надо. По крайней мере, с этого я еще не видел. Треугольник, хуй его. Мне из-за босса тоже не было видно. Тоже под боссом с тобой не видел. Есть у кого-то дживс там, нет? У меня нету. А что, инженеров в рейде ноль, что ли? Я инженер, сука, дживса нету. А хламобон? Ты видел рейги на дживса? Ой, там 8 надо, титан. Да похуй. Че, Хелена, ты красный прям или че, или постоишь еще? Давай, телепортируйся, ставьте шкаф. Игра, блядь, ребята, для детей 12 лет, нахуй. Не, ну подожди, но там же хилы стоят между кубами, блядь, они никто не видел, кто не нажал. Эрдру ты видел, нет? Ну Эрдру между кружком и звездочкой должен был стоять. Луна жал. Ну Луна в раска, нахуй, не может не нажать, нахуй. Так. Точно нажато. Лок поставь шкаф. Ждай, Луна. Лок, ты тут? Слевость получается, стороны не прожат. Лок не вдись. Короче, у кого есть тапки, не труха, или блинки какие-нибудь, маги, нахуй, обращайте внимание, если челики кубы не нажимают, по сторонам смотрите, там, если ближайший к вам куб какой-то, то бегите или телепортируйтесь, блядь, хуй знает. А то это хуета какая-то. Заходите внутрь. Ешьте рыбу, тут вон поставили. Не это, давайте не портить друг другу настроение, блядь. Тут нехуй делать, нажать куб, блять, постоять. Вас хилят, блять, все делается, все танчится, все дамажится, блять, все хилится. Без этой хуйни давайте, блять. Сейчас обращаю внимание, кто не нажал, нахуй. Кто не нажмет, нахуй, сразу вылетает с рейда, блять. В 20 челиков лучше буду бить 10 минут, нахуй, ну чтоб кубы нажали.
Слышишь, а что, дисконнект или что? Да, походу. Да. Так, пока дисконнект, объявляется перекур, тогда 3-5 минут идите чай себе налейте, там умойтесь, вспомните, как кубы нажимать. Гайды на кубы посмотрите, нахуй. Все, идите курите и потом зайдем. Что-то челиков мало в DC, 18 человек. Хватит вообще один. Все знают, зачем им заходить. А, ну, так-то да. Хорошо, хоть рыба не исчезла. Точнее, маговская. Штрудели. Пожрать есть что. Блять, метки ебаные исчезли, сука. Надо поставить. Это самодовольный глупец. Я сокрушу его, и запретение будет. Так, Харон. Это. Стой на звездочке, короче. Окей. И смотри, кто не прожал куб. Там обзор хороший. Смотрящий. Так, Хелиона треугольник был. Апокалипсис был. Ролл. Это будет плюс 20 к роллу за смотрящего по кубам? Нет. Челика одного поставь по центру. Ну я как-то... Мне как-то плюс 5 ставил... Потолком убьет, блядь. Я как-то плюс 5 ставил по ну, к роллу, кто кубы нажимает. Не, я пошутил. Вот, ну это... Похоже, потолком убьет, пускай мертвый лежит, смотрит по сторонам, понял? Это может, что играло, блядь. Так, Ураска зашел, Луна. И кто остался? И Кружок. А кто Кружок нажимал? Газель. Блядь, ты нажмешь куб, Газель? Газель. Короче, ДКшник, в ПВП-шмоте, который. Блядь, ты тут, нет? Газель, я на тебя не качу бочку, но ты говорил, что ты подлагиваешь. Может, тогда не будем рисковать? Ты подлагиваешь? Нет, или нормально? Да, подлагиваешь или да, нормально? Или да, похуй. Или да, похуй, я газель. Есть другое тело какое-то, которое не лагает на кружок? Друган, у меня тоже газель есть, ебать, она постоянно подлагивает. А, газель, ты случайно не гнойничка, тёлка, нет? Лол, я такого не знаю. Давайте одно тело какое-то, вар, может какой-то, друид, хуй знает, там, на кружок вместо газели, потому что челик с мобильного интернета, нахуй, сейчас мы выпанемся опять, нахуй. Плюс кто-то ебаните на куб, на кружок. Блять, я бы сам постоял, если бы не был хэпалом, блять. Блять, одни ДПСеры, мамкины, сука. Давайте быстрее уже закроем этот вопрос, блять, да на БГ пойду. Да, ШПшники кинь, блять, без арея, блять, прожмешь кружок? Кто-нибудь там, блять. Дезолятор. Блять, как найти челик, который... Там в дике пишет, хочет, короче. Ебать, да ты назначь просто, да и все, и вообще похуй, не нравится, пошел нахуй с рейда. Ну он тут, блядь, вообще. А, маг тоже, да, жмяка. Ладно, все, вопросов нету. Этот. Котяра нихуя тут. Наебаться, решил до меня кто-то, блядь, котяра тут вот... сможешь куб прожать, котяра тут. Не лагаешь? Я хуй знает, кого выбрать. Мне так-то похуй, но что. Второго мага, блядь, потом нахуй мы будем вайпаться, блядь. Вот видишь, челик пишет лагаю, нахуй. Значит, его не надо ставить. Котяра, ты лагаешь? Быстрый тапок. ИТГКЛ, блять, лагаешь? Эссенсе, ты лагаешь? Нам похуй ДПС, надо, чтобы кубы прожали. Надо, чтобы кубы прожали, блять. Понимаешь, нахуй, лучше убить за 10 минут, чем, блять, час вайпаться, нахуй. Эссенсе, нажмешь кружок? А когда прожимать? Там же говорят, блять. Вот третий раз, ладно, хуй с ним. Котяра, нажмешь кружок? Хулиган. Няшечка, Мухоморыч, СС-год. СС-год, блядь, мы твоего мага брали. Вот, быстрый тапок. Ебать, красавчик, нахуй. Почему все не такие смелые?
Короче, на кружок нажимаешь. Быстрый тапок. Все, все зашли. Хелионы нет. Ханта суманите. Лок поставь шкаф. Суманем ханта. Лок не в диси нахуй. Лок поставь шкаф. Ты не в диси. Скачай рейфреймы, чтобы видеть, кто не в рейде, чтобы ставить шкаф. Заебал. Вот. Ты ему еще на пальцах покажи. Да. Проверка, блядь, ему вот. Дивно себя. А вопрос тоже тут такая хуйня, нахуй ему видеть, когда есть, то видит. Он пусть лок, ок и киллрога кастует и летает по рейду, смотрит, кто не нажимает. Рыбу ешьте и погнали. Лирикс готов? Нет, что ли? Так, проверка завершена. Так, ну мне похуй на рыбу, короче, это самое... Давайте, пуляйте танки. Так, массакру сдал. И сразу незыбку сдашь там. Желательно под второй каст этих стрел. То же самое по ферам, по стану вот это, да, все, давайте, чтобы эти мобы сильно не ебашили. О, да ну нахуй, меня разъебали. Спасибо, чересными. Палок не в себе сможешь жить тоже. ИТГКЛ, ебани гимномана. Спасибо. Так, до активации 40 секунд, нахуй, чилим. Блять, давайте гайд, как нажимать куб. Нужно, когда вы стоите на кубе, нажать на боссе левой кнопкой мыши, правой кнопкой мыши по портрету, запомнить цель. Появится портрет босса. Там под портретом босса будет полоска, каст взрывной волны или вспышки какой-то, для кого-то говна, короче. Вот, а еще в диси говорят, когда нужно нажимать куб. Вы стоите от куба на 5 метров. Когда вы увидите каст огненного говна под портретом босса, который вы нажали запомнить цель, вы подбегаете на платформочку с кубом, нажимаете правой кнопкой мыши по кубу, и из него появляется луч. И ничего не делайте, не бегайте, не прыгайте. Лучей должно быть 5, тогда боссу собьется каст, и рейд не сдохнет с одного, это, с одной тычки. И тогда мы убьем босса с первого трая. Что, мы под первую кубы Геру дадите? Давайте, похуй. Сколько там сейчас до кубов? Рано. Что-то мне не показывает, сука, дыбым. 38 секунд. Ты знаешь, у меня 40 показывает. 30 секунд. Ну, короче, говорите, мы в диси все слушаем. Так, частицы раздали на двух челиков тонких. Хилим, нормально все. 15 секунд. Можно вставать на платформу уже. 10, 9, 8. Вспышка 5, приготовились. Прожим. Нажимаем. Все, держим. Ничего не делаем. Мы вас захиливаем. Вот если босс начал дергаться, бить, это значит какой-то пидор отпустил куб. И можно все там отпускать. Да? Кто отпустил, блядь? Зачем отпускать? Вас захилят. В принципе, отпускать можете только тогда, когда вы уверены, что вас не захилят. Ну, типа, ничего такого нету. Главное нажать, чтобы 5 лучей одновременно оказались на боссе. И сбился его каст. Если этого не произойдет, блядь, мы вайпанемся, блядь. А сидеть тут никому не охота, блядь. Как конченая ВК опять сегодня. Да, заебало.
Не, ну если с плащами, хрен. Да, блядь. Если есть ИП. Выкинутые ВК уже надо, блядь. Не, я согласен, но насчет того, что типа если 50 на 50 нету, можно. Готовьте, сейчас после вот откидывалки, после второй, сейчас вроде она должна быть. Надо покупать руинера. 10 секунд спустя. Готовься, сейчас откидывалка, после нее надо будет нажимать куб. Готовимся. Что платите по деньгам, ебать, руинера? Нажимаем. Нажимаем, ну сука, кто не нажал? Трусы. Блять, трусы нахуй, ну в чем проблема? Ну, а тебя не было еще. Ну, не, это не трусы, это я бы стартапок не нажал. Меня откинуло далеко, я не успел добежать. Ты что, первый раз, что ли? Блять, Войтс! Показалось, что было трусы. Войтс, сколько у нас есть 5 человек в гильдии, заебал, блядь? Я реально откинуло прям вообще да в конец. Да я вообще в ахуе, нахуй. Блять, в конец. Ну так ты, когда откидывается, во-первых, стой возле своего куба. Во-вторых, когда тебя откидывает и откидывает дальше от куба, ты двигайся по стенке в сторону куба своего. Через... Вот я это... После второй Талсу. Откидывалки через пару секунд кубы, блять. Ну, пиздец. Надо жопой к стенке стоять возле своего куба. Если тебя начнет откидывать, дальше стенки ты не улетишь. Ты что, первый раз? Не охуёшь. Вот они вот возле меня... куба. Я не возле стенки стоял, а когда возле первый раз, когда меня начал откидывать, прям возле, ну, возле платформы стоял. У меня вот вперед. Да, ну помещение имеет. Надо форму было, круга. Блядь, сказать, помогите. Че ты морозился-то, блядь? Я другим побежал, но он тоже не успел. Извиняюсь. Ладно, я сейчас стану прямо возле стенки, буду стоять, не буду даже бить босса. Ёбаные вагоны, блядь. Давайте, вам да. Перехвалил, блядь. Говорю, заебись спокойно, по кайфу. Кто стоит на кубах, от вас ДПС вообще не требуется. Главное нажать ВВ. Да, ДПС не требуется. Главное вот эту хуйню нахуй. Тебя откидывает, блядь. Вот ты в кружке стоишь. Вот тут вот стоишь, да? Вот тут есть угол, нахуй. Вот сюда встань, блядь, и стой, блядь. Вот, видишь, ты, где там тапок. Откидывает тебя в бок, нахуй. Бежишь обратно, блядь. Рядом со своим кубом ты должен быть. Так, что там, заходите а сюда. А он на какой метке он стоял? Он в кружке стоит. Блять, вот так, встань вот сюда, блять, ёпта. Да, к стенке. Никуда не выбегай, блядь, ничего не делай. Добегайте быстрее. А кто там, блядь, они бегут или где они? У остров адского пламени, блядь. Шатрат, нахуй. Шкаф. Разбежались, да? Угу. Чиниться, кого там сумонить? Сейчас шкаф поставит и засумоним. Да вот он стоит. А. Ебать. Я сюда запишу. Так, вара сумонил. Знаковый вы сумонил. Антан. И рогу осталось. Сейчас мы нахуй все нюансы разберем нахуй, как кубы нажимать. Спортсмен, забегай. Блять, кто вот не нажмет, ей-богу, сука, блять, к ренегатам пойду нахуй, чтоб вас заебашили где-нибудь на острове, блять, розовыми писюнами. Рыба стоит. Есть и рыбу. Не, нахуй. Я не сомневался в тебе, Халон. Иной раз придешь, кубы нажимаются. Ну, если с гильдии человек 10 есть, или просто не ебланов, блядь, то, ну, не первый раз тут. А челики, которые там 2-3 раза тут были, могут, конечно, проебаться. Что уж, блядь. Блядь, я не знаю, что тут можно проебываться вообще. Да ладно, ты не гори. Поехали. Орша готов? Орша. Все готовы, запускай. Пожалуйста, у кого ДБМ работает нормально, анонсируйте, когда, ну, уже каст будет. А то, блядь, последняя вот эта вот тычка, никто не сказал, грубо говоря, и этого еще унесло там в далекие края, блядь. Тычку-то сказали, после второго откидывания сразу кубы. Вторые кубы, второй каст всегда после второго откидывания. Ты что, даже вводить каст пошел, забежал, нажал. Да понятно, блин, просто пойми же, что с пугами порой там надо по 3 раза сказать.
За 10 секунд до каста сразу встаете на куб и все. И ждете каст. Понимаешь, тоже, если челик кривой, он может встать на куб и поймать КД. Нет, подожди, если у тебя иссушение разума прошло, и ты, по идее, станешь на платформу, дебафа уже не будет. Хуй знает, странно работает. У кого-то говорят, бывает. Там мне проверять это, конечно же, не было. Ну, я тоже не проверял. Я вот крайний раз в рейд ходил, там как бы пацаны утверждали, что это... Вот иссушение прошло, да, там откидки, не откидки, можно сразу на платформу встать, там секунд за 10, за 15, типа, и на ней чилить. Ну, как бы я обычно заранее... Попроще, блядь, забежать, успеваешь спокойно нажать. Челиков, которых рейсим, сейчас забахаем. Ой, блядь. И не говори. Чё, за кого свечку поставить, блядь? Кто не уверен? Да походу печеньки, ебать, какая-то проклятая. Давай поменяемся, мне вообще похуй, где стоять. Уже поздно. Стойте нахуй, ебать. Это... Укрепляйте боевой дух свой, блядь. Опыта накапливайте, нахуй. Потом, блядь, будете в другой рейд по гам попадете и расскажете, будете рассказывать, нахуй, как прожимать куб. Специалист, нахуй, ебать. Да-да-да, блядь. А в старости внукам, нахуй, будете рассказывать. Ебать, я был в 2022 году, куб нажимал, нахуй. Чё, я только начал играть, магика ходил, меня скубал, вообще хуй сгонишь, понял? Самая быстрая рука на Диком Западе, да? Я нажимал куб до того, как Мактеридон собирался поставать на... Пауэгер, да, это 30 секунд еще показывает. Да похуй. 20. Похуй, когда Гера, похуй, что как, вообще, вот, блядь, главное, чтобы кубы нажали. 15 секунд. Готовимся. Босс в цели. Нажимаем. Сука. Нет слов просто. Нет. В смысле, сейчас типа дамажится за то, что ты его держишь просто, что ли? Ну за что-то ты должен отвечать. А то так бы просто стоял на куб тыкать, как-то неинтересно. Надо, чтобы у тебя ХП убегало. Ну то совсем АФК, блядь, будет рейд. Да, 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 то ты так чисто за лутом пришел, ебать. Я угораю, как совы, это, верещат, как свиньи, нахуй. Пиздец. Пиздец, главное, вот эта хуйня Т4 выпустил. Этот, блядь, стал прокать часто, это, то он, сука, облик бешеного совы. Давай сейчас. Сейчас вот откидывалка, смотрите, блядь, к стене вот эта хуета, да? Тапок, блядь, ты бежишь там к кубу своему ближе? Смотрите на кружок. Готовимся. Разай. Нажимаем. Сука, нихуя. Осилили второй куб. Ну вот это было прям на волоске. Да, чуть-чуть давай, блядь. На пол карасика, ебать. Еще раза 2-3 надо будет прожать. Так какой, блядь, раз 4. Давай там стучишь лицом по клавиатуре, меньше кубов, блядь, больше шансов бить. Я ДПС, кстати, так и не смотрел, нахуй. Мне какая-то хуйня открыта смерти, ну-ка, чё по ДПС? Какой-то бизарий, ебашит. Пока хулиган 4-14. А общий ДПС, скажи, какой? Общий, 197. 132. 130 у меня показывает, 131. Ты далеко стоишь, у тебя не все фиксируют. Так, анонсите. Готовимся. Ну, у нас 15 секунд. Готовимся, внимание. Смазываем ручки, чтоб по кубу прилипали. 5 секунд. А мы сейчас, блядь, полку стенку остановим. Прожали. Нажимаем. Уже лучше.
Нихуя, уже третий нажали. Еще два раза. Нихуя, level up. Да надо было, знаешь, нахуй, надо было, сука, будь я разработчиком, надо было сделать... Блять, палы, бабл, ебаните быстрее, у вас говно какое-то. Орша хотя бы бабл ебани. Ладно, хуй с ним, херё. Ну сейчас нахуй на обкидке сдохните, блядь. Огонь словили, блядь. Чё б ты сделал, если был бы разработчиком? А, вот это что, кубы типа нажимать? Типа вот эти щельки, кто именно их нажимает? Короче, если не нажал, нахуй, если вайпнул, ОД отнимается, нахуй. Ну или чем-то или голдачим, такое, нахуй, по 5000. Да. А если нажал, наоборот, прибавляются сердоли, там, что-то можно такое. Можно было обдыхать тогда, понял? На куб не нажал, ебать, доспехи в щи разлетелись. Тикает с рейда, да, из гильдии еще, нахуй. И делает ренегатом сразу, нахуй, это вообще... И звание, ебать, долбоёб, который не снимается. Готовьтесь. Нажимаем, нажимаем. Надо уходить. Сори. Блять, опять на пол карасика. Расслабились, пацаны. Опускайте куб, если не хилит. Мне кажется, еще два минимум будет куба. Спортсмен в огне, да? Ну, спортсмен... 6 тысяч. Так, ну, а котяра... Хулиган, резай котяру, он дамажит нормально. Он 6 по ДПС, резай его, пускай бьет. И хулиган дай по мне иннер, и котяра дай по мне иннер, по войду. И чё там до кубов? За 10 секунд скажите. 40 секунд. О, обвал. Даю массакру. Я помню, нам перед кастом, короче, кубов прям потолок на башку уебался. Угу, тоже было такое. Чё до кубов? 25. Там у меня 10. Возможно, позже будет, да. 10 секунд. Ближе к кубам вставайте. Босс в таргете, ждите каст. Пять секунд. Прожали. Уп! А чё, кстати, красный яс не вешает, не работает, наверное? Маны не знаю. Ну тут либо добьем 9 лямов, я вот не знаю сколько там, 40 секунд, да, 50 до кубов. 50. Будет по-любому. Скорее всего в конце будет, там даже на ляме если куб будет, его надо по-любому брожать, потому что мы даже на 200 тысяч можем выпануться, блядь, просто весь рейд сразу. Ну уходите там с кубов, да. Так что стойте. Ну чё там? 6 лямов. 25 секунд. Не, будут 20. Еще. На паре лямов будут кубы. Так что последний рывок, ребята, нахуй. Бабл нажмите на крайний. Кубы 10. Приготовились. Там доты не добьют, мы не добьем. Надо баблы жать. Готовимся, надо нажать по-любому. Кубы 5. Вставайте на платформу. Нажали. Нихуя, мы мужчины. Слава Аллаху во веки веков, блядь. И добивайте тоже, помогайте. Сразу бы так. Сейчас всем ачивки дадут кубожмякер. И столько голды, нахуй. Нихуя он меня в лучше скинул, сука. Блядь. Смотрим, что выпало. Я вот, кстати, не помню, как на этом сервере работает вот этот лут. Слышишь, ты лут смени быстрее. Я-то сменил. Я просто вот не знаю. Отказываться, да? Мы здесь сменил, я тут все пижу себе, блядь. Уже знаю. Без разницы, что ты нажмешь, уже лут поменяли. Блядь, Войд, поставь обратно лут, и бодай напилить шмотки. Вестники там, кстати, было, дракон вестник. Выпал. А он вместо шмотки, кстати, падает, что так и не вкурил. Или все-таки не вместе. А, вот он, токен. Опа. Рудачок. Рудачок хороший, блядь. Мне на мага пойдет как раз на 4, блядь. Так, сейчас поставлю себе звездочку и разраливать начинаем. Давай. Так, объявление рейду. Блять.
Так, вот эту хуету надо кому-то? Или я просто удалю сразу? Удаляй ее в пизду. Длит, конечно. А, нихуя народ. Так. Я даже ролик не буду большого проебать. Няшечка, блин, да хули ледовая сумка 20 ищеек, нах. Ну. Какая же хуйня. Няшечка, блин. В смысле, обломки падают, в смысле, всю дорогу, что ли? После того, как крыша упала или что? А я хуй знаю, они типа, ну да, периодически там. Я побежал босса добивать, и меня по башке... Дракон. Кто, блядь? Ебать роллы, нахуй. Ебанулся. Буревеста. Ферита 90... А, Буревеста 100. Буревеста, обмен. Давай Т4 на мага, чтоб я огорчился, ебать, и пошел. Давайте Т4 разрулю сразу, потому что большинство только за этим ходят сюда. Да. Два куска. Да, я сразу напишу вот эти штаны, которые были. Это unroll. Это я забираю. Какие штаны? Покажи. На палубе. Все, понял. Ага. Вот. Грудак теперь ролим. Пожалуйста, сука! 97, ебать. Дайте ярок. Вот сейчас ролим, ебать. Пизда, 70. Так, 2 по 97. Бимба и Криш. Кто мне кидает там? Убери. А сколько ты кинул? Чё ты 2 по 97, выше нету. Кидайте еще раз. Орша, ты мне что кидал? А где вы? Он же написал, только... что штаны анрол. Ну, штаны анрол. Кидайте Чимба-Бимба и Кришоничка. Сука, если вы не здесь, нахуй, ничего вам писать теперь, блядь. Чимба-Бимба. Лок сролю. Лок обмен. Это на грудак было, правильно? Ну-ка я промотаю, я забыл. Да, на грудак. Давай посох, посох, посох. Сейчас еще кусок Т4 плечи разрубим. Там, а. Потому что, ну, многие ждут Т4. Ну, плечи роли. И потом уже шмот остальное пойдем. Головы, всю эту хуйню. Так, 59 я вижу. Быстрый тапок. Обмен. Так, быстрый тапок. Дальше. Значит, вот эту хуйню. Газель. А газель это нахуя? Он че, дурак, что ли? Газель тебе надо это? Будешь забирать или что? Нахуя или ханту дадим? Ханту, конечно, дай. Да параша, нахуй. Не, если бы я со скорости был бы крит, ебать. Можно бы на БДКшку было взять и ходить пизды всем давать. Ты чисто кота. Подожди, нахуй ты мне обмен кинул, котяра тут. Мне ММУ ханту. Не отдай ханту. Еще раз. Газель, ты не забираешь эту хуйню. Мне отдавать ханту по ролу. Да, он написал ханту. Хант обмен. Котяра мне кидает с 12 ролом, нахуй. Значит, пишет Лирикс, писал Unroll, ну вот я смотрю, нету тут про Unroll. Где ты смотришь? Скрин мне скинь. И кто тебя добирал? Я с Unroll писал. Все три человека, которые добирали, писали один Unroll. Посох, ой, сейчас. У меня вон даже, видишь, я крикнул вон только что вот так вот. Плюс ко всему, ведется запись. Это видеозапись, так что запись разговора на и всего и разговора и всего посох рольте. Да ёбаный сука ролл, да что ж такое, проклятый маг, надо удалить его хуям собачьим. Кришоничка, давай обмен. Слушай, все, давай последний поиск, сканивай, блять, нахуй. Чё там осталось-то вообще? Там мешок, голова и 4 шмотки с гурля, с королей. Опа, понял. Мешок, ну-ка, бой, дай мне пальцы, бой. Мешок, нахуй, спи. Тут про него.
Мешок ролич. А, это уже на релок. Пригласи меня, блядь. Ой, блядь, я релок нажал, сука. Дай... Погоди, пожалуйста, не закрывай ролл. Дай я не скликнул. А кто это нажал? Харон, сейчас, погоди секундочку, у меня ролл просто рядом с релогом, блядь. Сейчас я кину ролл, я не кидал еще. Все, я кинул, но я проебал. Сука. Вот, даже этот самый, открыл сейчас на видео у себя макрос, который у меня написан. Грулмаги. Да не парься, пускай он уходит, что пиздит, ебать. Один ролл написано, нахуй. А ты, а ну. Кто его добирал, этого челика? Кто брал, это кто говорит? А хуй знает. Ну этот пал вон какой-то на L, Лирикс. Да вот. Похую вообще. Так, имбомаг выиграл, да? Мешок. Ну уже я сука посох бы выиграл бы, блядь. Ты че успеешь еще одеться, блядь? Он в ту же 10 обычку сам собери за РЛ, блядь. Только хуй кто тебя выгонить пойдет. Надо да просто. Блядь. Ебать, роллы пошли. Где, да. Блядь, на Т4, нахуй? Давай сука. Обмен, ну хоть кольцо будет, нахуй, 45-е, охуенно. Так, давай, 4 шмотки осталось. Аксессуар, сила атаки, что-то там, какая-то хуета, нахуй, надо кому-то? Хребет-то там остался еще. Это Павловский. Это Хуяловский. Газель. Это кто сролит давай. На Вольтрине? Давай обмен, Газель. Хуинный аксессуар. Это на сурва не хуёвая, если у тебя нихуя нету. Уже. Так, пояс, мастерство, скорость. Кожаный. Хороший. Блять, запы там еще с двумя дырками хорошие. На латниках. Котяра, давай. Давай обмен котяра. Короче, кикай их нахуй всех дискорд. Занимайся. Наручи ролим. Так, няшечка. Нахуй ты мне обмен кидаешь, Лирикс, нахуй. Ты ебанутый? Ну, блядь. Я не знаю, как нахуй с такими людьми говорить. Ты по роллу не выиграл, обмен кидаешь. Последняя шмотка, пояс остался. Тканевый. Может, ладно, там... спасибо, ребят. Всем спасибо. Хорошего дня. Только он думает, что ты проебешься, и тебя еще на 2 недели забанят. Ну да, блядь. Охуенная комбо, прикинь. Так, имбомаг нахуй. Чимба-бимба. Да нет, там Чимбамбо не выиграл. Угу. Чимба-бимба точно заберешь? У тебя 64-й вроде, там из них сердали, блядь. Или магу отдам. Чимба-бимба. Заберешь? Если заберешь, кидай обмен. Ты просто вот хуй поймешь, как собираешь, там надо было писать там ролл по спеку, вся вот эта хуйня. А, да не, я такой хуйней не занимаюсь. Это не грамотно просто. Ну, по умолчанию ролл идет, который ты идешь. А, он, короче, понял прикол, он на мага того ролил, ладно, похуй. Кто-кто? Ок, на мага ролил. А, ну, похуй. Да вот, похуй. Видишь, это крыс детектив. Это так ты, получается, если ты это не написал, то тебя выебут. В любой скрин и поеди нахуй. Чё один написал? Ну, один то, что ты написал по части роллов, вот этой всей хуйни. Да, один ролл написано и все, а других там каких-то претензий-то больше и не было.